Мяч отскакивает к Уимсу. Тот не бежит. Не бежит в отрыв. Отдал мяч Теодосичу. Команда последовала на позиционное нападение. Уимс. И опять Карлос Суарес против него. Саша, разворачивайся. Нет, к сожалению, развернуться Саше удалось. Кольцо обил он не той рукой. Правой. А левая рука, ну, поддерживала мяч. Хетцхаймер против Кауна. На полукрюк пошел Хетцхаймер. И попал в переднюю дужку. Ускоряется Хряпа с мячом. Находит Зазулина. Леша дисциплинированно возвращает мяч разыгрывающему. А в данном случае отмечу. Два очка от Теодосича. Но то, как сыграл грамотно, поставив заслон, сопровождая товарищев под самое кольцо Каун, просто отлично. Это в бутерброд попал, в недружественный бутерброд попал Хетцхаймер между Кауном и Хряпой. Посмотрите, как Каун дважды. Одет все-таки Мицев второй раз в такой ситуации, когда может подобрать соперник, забирает подбор он. Влево запускает его Фернандес, и Мицев идет, а потом останавливается. Антон, принимая решение. С линии штрафного брата Керолу. ЦСКА продолжает атаковать. Джексон. Передача Кауну не проходила. Он правильно, что не отдавал. Мицев из угла не точно. Фол. Растерянно Каун ловил мяч. Хряпа. Ну еще раз. Каун ставит Хряпе заслон. Играл сразу двоих. И Уимса, и Хряпу. Помогает Хряпа Теодосичу. Обыгрались. Нет движения. Нет движения. И здесь плохо. Ну вот Теодосич заряжает издали. Крстич забрал подбор. Там Хряпа против маленького. Он, конечно, не Миротич, но он очень физически сильный. И он... Давай! Пик-н-ролл. Теодосич и Каун. Каун первый данк в матче делает. Хорошее начало. И скрытие. Кауну категорически нельзя отдавать передачи с отскоком от пола. Теодосич выносит мяч на Уимса. Хорошо поборолся на чужом щите Эрцик. Это мяч. Искать Теодосич. Потеря Кауна. Перехватил Мачиони. Уж очень бесхитрый. Хороший перевод. И бьет трехочковый изъем. Мицев бьет треху. Без такого же успеха. Почему Витя сейчас в трех секундах? Пока этот экскурс в прошлое, в историю баскетбола делал, пропустил важный момент. Уимс. Ну вот, девятая потеря у Реала. Надо помочь, соперник прессингует. Помог Уимс. Не стал. И за ним Фернандес не пошел в поле, он не стал переходить в центральную линию. Он дисциплинированно отдал мяч Теодосичу, получил ответный пас. Эрцик ставит ему заслон. И мажет после классной передачи. Джексон с мячом против Родригеса на Хряпу. И Хряпе ставит заслон. Крстич, потом он же и Теодосичу ставит заслон. А теперь Слотер держит Крстича. И вы посмотрите, вторым движением. За игру. Потеря-то это много.
Вот. А Реал один из лучших клубов Евролиги. 11 потерь за игру. Мильцев заряжает треху очень далеко от цели. Пол Филиппа Рейсу. ЦСКА этот показатель 33,5. Вот. Но щит надо выигрывать все равно, как бы хорош не был Реал. Уимс из-за трехочковой линии. Каун выигрывает подбор у Рейса на чужом щите. Эрцог через руку соперника. И мяч выскакивает из кольца в руки Юэ. Проспали. Козор ожидал этого заслона и не составило труда его преодолеть. И опять Витя не бьет. Крстич один на один с Пляйсом. И Пляйс по... Причем, интересно, не дотягивался. Зазулин успел помешать броску Суареса. Молодец, Алексей. Подбор Теодосича. Милош не стал рисковать. А Каун был. Хорошо. Пороне отмечаю против Лямпа. Это тяжелая работа. Хряпа. Перевод на Мицева. Тот бьет и забивает трех.